Ладно, потом фри есть. Блин, там привязка последнего уровня. А, вот девятый. Ладно. Фейл. Чё он её не бросал так долго? None shall hinder me. Да, они все сюда пришли. Удачи, пожелаю. Я могу пробивать вышку. А, пойду вышку. Снизу вверх вниз.
иду к вам. Тут за десерку забрал. Где ты хочешь? Забираешь, что бери. Ну вон. Ты крипа у меня выкопалась. Достаточно, чтобы убить меня как раз в тот момент, когда я мог убить. Справедливость восторжествовала. На самом деле очень нежный ган, еще лишь рядом еще бы трапит. Мог отбросить или ничего больно сделать. Походу просто испугался и задний. Что за меня звуковая? Очень битый на X. АДК. Пытались все убить, он чик-чик, чик-чик, так постоянно. Раз, 5-6. Типа у нас не было никакого. Ну, у меня еще два шипона, если что, что там склон не делал. Ништяк пойду по второй медизон. Не знаю, что сайдер хочет сделать. Ну шан, убьем я за да? Или нет? Да, убьем. Все, там не пушено. Ого, тут уже мышка. Ну-ка, почти 20 секунд будет.
знает. Лучше бой, наверное, надо принимать. Да что ж такое, я не могу уйти, посмотри. У меня тут полёт встанет. Да я там уходил при любых, просто он меня 3 стана подряд дал. Бред какой-то. У меня как раз боковой вылов. Они Рошана убьют. Ну, то да. Truth compels me. Roshan has fallen to the dark. Vile creatures. Hiter pay for thy lack. Ты меня через манту не влупишь? Ну типа... Могу побить, но у него и армалет, и этот... Да, по идее, его ноль убиваешь. Если он угадает, который я, то я могу выстрелить. Потому что, блин, потрачу. Tis on thy head. I'm not ready. Их нахер. Хотя нас тут уже много, да? Ну и все это нехорошо. None shall hinder me. Да нет, капан уже. Я без маны не зашел бы. Он должен здесь. В принципе, до 16-го, 300 XP. Подождал, будет 16-го. Кто-то не уходит уже. Совсем-совсем. Я могу и ворваться, в принципе. А. Ничего нету. Я сейчас ульт закончу, что появилось. Ого.
Зашел меня. Эй, уж. Что делать? Как на месте вот этот колодец бы убил. Ну нет, нет! Такой бред. Как всегда, в последние секунды мне бросает какой-то кол сна. Противный. Нет. Собери поварашек, как бомж зеленый, чтобы он бомбился. Ну, если сейчас посмотрю, денег хватит. А вроде нет. Зеленый сапог нормальный тема. Вообще ни о чем. Ну, именно на 20-й минуте. Нормальная тема. Не, я еще куплю бывра. Не вопрос. По-любому. На 10 минуте было, что 72 крипа убито, представляешь? С меня какой-то грач стоял. Что, я не очень хочу драться, честно говоря. Я хочу забрать фарм сверху, но вижу, что он бежит мейном. Это типа... О, он свернул, краса. Забежал в магазин, купил мой стон. Так. I light in the darkness. Onward. The path is clear. Дабл трабл. Так этот твой меня уже запарил, это просто же. Она в БКБ, у меня там вот такое. Strike me down. Truth compels me. I turn magic aside. The enemy's middle tower has fallen. It's not time yet. Ура. Стой. Все. Thank you.
sorcery shall not prevail. Bene, ma pare bene. Aspetto il bruciolo. Se mi povezzo. Пошли наверху, купил ободолфу нормальный тип. Бандик недоволен. Чай своим друзьякам наливал? Не помню. Он такой, ну вкусный, на самом деле, очень мне понравился. Далее сундук на Урсу. Далеко я его. Не хочешь, могу тебя заслать? Хочешь сундук? Сундуков не хочу. На Урсу.
Ну ты, Ник, все это, взяла себе медальет. Я не палюсь. Я говорю, мне так сейчас кайфово было. Первые 10 минут я играю, мне никто не трогает. А на дорогих героях это дальше все. Ну, то есть медальет они шарят? Такое. Могут прошарить. Если не поленяться вообще... Ну сейчас я уже стримлю третью игру. Здесь уже наверняка есть эти стрим-сталкеры, типа. Те, кто пытаются все чуть в то же время попасться в одну игру, вот они сразу типа спали. Я все равно их залобал. Я взял БКБ, но представляешь, какой дурак будет бить Драгонайта БКБ. У меня БКБ кончается, он как хвост за мной идет. Короче. Фобосу привет от Валера, он поймет, интересно. От кого? Валера. Ты понял? Валера. Честно говоря, нет. И я нет. Не хочется человека обижать. Ну, блин, Даня, там против нас твой конкурент какой-то. А вот сейчас его замесите и переманите людей к тебе на стрим. Как тебе план? Как хочешь. Можем поменяться, можем так, я могу и посуппортить, и совпать, и... Чего да, хочешь? Поменяемся. Иду в соло. Не-не-не, какой мид? О, ну... Могу вороком поиграть? Да, давай меняться, я не играл, я с сефом вообще не играл. Ну ладно, я играл пару раз, ладно. Не-не-не. Мне понравилось. Как мне что? Полис болит немного. Ни с того, ни с сего. 10 seconds remaining. Давай, обменяться героями. Обменяться героями. Да. Шок тоже нормальный тип. Хорош. Блин, денег у меня тоже. Так, я замкурую и больше ничего не беру. Да, это же еще бабла куча. Хочешь, ты еще рьешечку дал? Какую? Ну, давай фасочку. Пригодится. Так плотно совсем закуплюсь. Я просто боюсь, единственное, что чат меня выгонит. Ну, ладно. Конечно, чтобы меня не развалили. О, хил подняли, слышишь? Ему хил подняли.
surpass your loveliness. Все до демеджа, фига себе, такой зап со старта. Пошла там немного прийти гейс. Ну нет, тоже где-то столько. Ну, так как она же обычно приходит, так как сейф, типа, надо, нам надо его развалить. Кино, что там? Пушься, пушься. Что-то мне экспу тут пришел провать, так непонятно. А, он наверх идет. Найс. А не, он вообще молодец. Ну это тупая идея, надо идти против чая. Ну мне вообще не помогает, вот чё он пришёл. Дополнительные бонусы, шмоточки.
Ты идешь? Быстрая полна. Сюда крипа надо, нет? Нет. На, купил. Лоу, Тим Черри умирает, больше хантера. Уже скрывач играет. Тинтер. Так, я вообще не вижу прикола вверх идти. Как лучше вниз по пулю, что левел получим. Смотри, вот этих андроид может быть. В момент. 910 кп, по идее, 7. Появился сразу. До этого я вообще скорее всего. Какой вард? Обсервер. Обсервер я сразу поставил. Я же типа меня убил. Типа не повезло. Шик высоко. А сейчас я решил, типа, попробовать рискнуть. Но я мискликнул на копу. Из-за этого не смог до средней койвы. Без вариантов. Так бы хотя бы разменялся. Your
Я сейчас ушку заберу. Я несу телепорт себе. Your top tower is under attack. Radiant structures are fortified. Не, сам дышался. Your top tower. Ну, через 6 минут. В порядке напэлил. А? В порядке. Если что, одно попал. Да он по трекам так побежал. Я попал с 7, понимал, лол. Он фуловый был. Я в инвизии ему дал средний, ближний. Типа он открылся, я начал убить. Он слишком быстрый, надо было быстрее дани давать. Они задолбали меня, реально. Типа, что это такое? Столба нашли ВФАМ. Какой интересный. Команда Дубас. Возьми на своем хэграм. Второй. Блин, они сейчас трактилов наделают и все. Тинкер вообще какой-то ноль. На самом деле есть. Игорем. Не, Огуракс только на курице зависит. Пошли бонтиматор, Даня, 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 Даня. Я заберу регеш. Ты, блядь, слева бежи, справа бежи. Ты уже одной стороной вкладу. Давай, вот. Вот тут член идет, смотри. Я вижу. Интересен? Да. Окей. Ладно, пошли просто вверх пушить. Чем мы будем так бегать, ничего. Ой, луна идет. Блин. Идем вверх, пушить по хилишме. Ахер, который пытается еще забрать. Так я не знаю, что мы там напушим, они напушат 5 раз быстрее. Пушка целая. Мы его убьем быстро. Тут тебе надо сразу готовиться. Не, надо сваливаться. Тяни телепорт. Сейчас бью точку. Там в мясо тупо играю, я пошел наверх, стоял нормально, когда еще для фан мешал. Выбрать стоит тинкер, умираю, тут бред вывали. Я тут тоже почти самую вышку.
тип игру считает. Идут, смотри, тир один снизу пушить. Такой вообще дебил, короче, я ему ганг, потому что мы что-то шмотки за него купить. Игру выиграть. Я могу тупнуть. Я тут ушел. Вижу смысл запираться, мы их позвоним спокойно, прям брак. И вообще без ничего. Пошли. Короче, я лечу. Вот еще будет? А я тут гондор нахал. Вот тебе подходит, да, хантер подходит еще. Я уже рядом. Че он не утонул? Я сам что-то не утонул тоже. Почему я не утонул, я не понял. Пропусти. Во, это контроль так мощно. А! Да шо ж такой чен против не попался? Это дашь? Я умер только потому, что у меня не произвелся ульт, я застыкал, я мог, короче, у меня было 1000 вариантов, как выжить. Не произвелся ульт, а я стал втыкал, думал, почему. Причем не ульт, не банды, короче, причем я все прожимал. Тинкер там уже лучше. Тысяча 400. Если я сейчас отъеду с БКБ как-то, то это провал. Здесь будут все бойные. Нас трое. Уже не 1400. 1200. Чё? А там луна тоже с БКБ. Она уже прошла, правда. Тут баунти может быть. У нас ультой. А, баунти я убил, забей. Есть ульт. Ого. Что меня так прожало?
Вышку мы забрали, забрали. Можем теперь нижнюю идти пытаться как-то забрать. Там лучшая позиция, наверное. Опять инвиз. Наливай. Рядом со мной баунти. Хорошо, пугна что-то сорвалась резко. Не хочет. И сверху очень много фора. Ладно, сверху я потом беру. Все игроков позабирали. Как-то несерьезно получается. Как нас пятерых убили, я не понимаю. Мне нужен блинк, я не могу без блинка играть реально. Это тупо команда зависящий герой сразу становится. Давай, серьезно. Чувак реально игру считает уже первый раз. Извините. Попробую сэфом на статы плотно прибоковаться. Прибоковаться под ноль. Разбирает как статы потихоньку. Под ноль. Я теперь не знаю, что делать. Давай, мы прорваем это и выиграем вообще в ноль, я не могу понять. Ну, ни одного кем не забыл, больше игрока. Там отхил не ли? Там Чен на самом деле еще тут. Там хил Чена, типа, пух, не экран у нас. У них много было проектировал очень на них этапах игры. Нет, убил даггер. Так, за мной побежала пугна, рядом баунти походу. Идиотизм. Так не палил, насрывался, пацан. Наверху. Что же ты его не предъявлять? Да, интересно. Я без зеленый посох возьму. Зачем что? Перебой сделать. Хотя ладно.
Andiamo a trovare ciò. Sì, due secondi vado. Там Аеги собственно. Можем всех смыть. Radiant structures are fortified. Я не знаю, его даже смысла бить мало. Вот ко мне подбегает. Что вообще нужно, мы одна пошла, на высоте лады. Одна. Your middle tower has fallen. На халяве плотный. Мне нужен attack speed, и мне нужно МКП, потому что я знаю, что скоро будет баттерфляй луны. То есть я бы делал баттерфляй МКБ, но тогда будет мало дэмэджа. Уреза бы не помешала. Да и манта тоже не помешал. Вообще затрудняюсь что-то. Висявый траст. Он пикает в павлике. Лол, да, они типа вообще ни о чем. Это просто у нас тинкер, типа, но ноль полный тедхантер. Поэтому выиграть не можем. Тут обни нормально, раунд уже выиграли, на самом деле. Снять по верху все было более-менее. Убьем его? Ну, я такой себе помощник. Аж не 20 крипов, не принес. Снова бы я сразу же собирал. Затрудняюсь с выбором этого фрея. Бам, тебе опять рядом. Такая. Тебе это под ДП само делать и все. Все, больше ничего. И даже не блинкаться, а стать просто расстреливать, когда мы будем встанем. Мне не будет. Ну, будет атак спида, если я куплю МКБ. Если я куплю баттерфляй, то я не буду луну пробивать, скорее всего. Атак спида достаточно, у тебя 100 агилити и повара. Тут 30. Блин, тинкер только лацерами крипов убил, все, он его тревел, попал. Подхожу. Сейчас бы КБ потратить, потому что я не хотел еще, нет. Короче. Это не самая лучшая идея. Глянь на ту луну, она сейчас всех сама убьет. Oh!